Будучи безупречной женой и матерью, она особенно сочувствовала горестям других матерей и оказывала им посильную помощь и заботу. Во время голода 1898 года она пожертвовала страдающим 1/8 годового дохода семьи. Александра Федоровна часто передавала денежную помощь нуждающимся через своих приближенных, стараясь сохранить это в тайне. Государыня устраивала благотворительные базары, выручка от которых шла на помощь больным. Она организовала по всей стране учебные мастерские для бедных и открыла училище сестер милосердия. На свои личные средства царица построила дом для солдат-инвалидов русско-японской войны, где они обучались всякому ремеслу. Царская чета покровительствовала православной церкви не только в России, но и во всем мире. За время правления Николая II были построены сотни монастырей и тысячи храмов. Государь ревностно заботился о духовном просвещении народа. По всей стране были открыты десятки тысяч церковно-приходских школ. Благочестивый император поддерживал развитие искусств, возвышающих душу православного христианина, церковной архитектуры, иконописания, древнего церковного пения и колокольного звона. За время царствования императора Николая II
Русская православная церковь обогатилась большим числом новых святых и новых церковных торжеств, чем за весь XIX век. В 1903 году, ознакомившись с материалами к прославлению великого старца Серафима Саровского, царь не согласился с мнением Синода и дерзновенно начертал «немедленно прославить». Летом того же года царская чета приехала в Саров на великое духовное торжество, собравшее сотни тысяч православных русских людей. Государь пешком, благоговейным паломником, на своих плечах нес гроб со святыми мощами угодника Божьего и причащался вместе с государыней святых христовых тайн. 1 августа в Сарове государь записал в дневнике: «Дивен Бог во святых его, и велика неизреченная милость его дорогой России. Невыразимо утешительна очевидность нового проявления благодати Господней ко всем нам. На Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся вовеки. Аминь». В Дивеевском монастыре их величество посетили блаженную старицу Пашу Саровскую, которая предсказала трагическую судьбу царской семьи. Православная Россия в те памятные дни трогательно выражала царю и царице свою любовь и преданность. Здесь они воочию увидели подлинную святую Русь. Саровские торжества укрепили в царе веру в его народ. Государь сознавал необходимость возрождения России на духовных началах Святой Руси. «Царство русское колеблется, шатается, близко к падению», писал в то время праведный Иоанн Кронштадтский. «И если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божьим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония». По замыслу государя, успех задуманного во многом зависел от восстановления патриаршества и выбора патриарха. После глубоких размышлений он решил возложить, если Богу будет угодно, тяжелое бремя патриаршего служения на себя, приняв монашество и священный сан. Царский престол он полагал оставить своему сыну, назначив регентами при нем императрицу и брата Михаила. В марте 1905 года государь встретился с членами Святейшего Синода и сообщил им о своем намерении. В ответ последовало молчание. Великий момент был упущен. Иерусалим не узнал времени посещения своего. Государь, как носитель верховной власти православного самодержавного царства, нес священные обязанности вселенского покровителя и защитника православия, оберегая церковный мир во всем мире. Он встал на защиту гонимых, когда турки вырезали армян, притесняли и угнетали славян, и широко открыл границы России беженцам-христианам. Когда летом 1914 года Австро-Венгрия напала на беззащитную Сербию, царь Николай II без колебаний ответил на призыв о помощи. Россия защитила братскую страну. Сербский королевич Александр направил государю послание. Тяжелейшие времена не могут не скрепить уз глубокой привязанности, которыми Сербия связана со святой славянской Русью. И чувство вечной благодарности вашему величеству за помощь и защиту будут свято храниться в сердцах сербов. Помазанник Божий глубоко сознавал свой долг царского служения и не раз говорил: «Министры могут меняться, но я один несу ответственность перед Богом за благо нашего народа.
Исходя из исконно русского начала соборности, он стремился привлечь к управлению страной лучших людей, оставаясь решительным противником введения в России конституционного правления. Он пытался умиротворить политические страсти и дать внутренний мир стране. Однако страсти продолжали бушевать. Газета «Освобождение», издававшаяся в то время за границей, открыто называла освободительные силы, выступавшие против царской власти в России. Вся интеллигенция и часть народа, все земство, часть городских дум, вся печать. Премьер-министр Столыпин сказал в 1907 году: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». 1909 год. Восстановлено празднество преподобной Анны Кашинской. 1910 год. Прославлена преподобная Ефросиния Полоцкая. 1911 год. Прославлен святитель Иосаф Белгородский. 20-м году царствования императора Николая II русское хозяйство достигло высшей точки своего расцвета. Урожай зерновых увеличился вдвое по сравнению с началом правления. Население выросло на 50 миллионов человек. Из безграмотной Россия быстро становилась грамотной. Экономисты Европы в 1913 году предсказывали, что к середине текущего века Россия будет господствовать над Европой в политическом, экономическом и финансовом отношениях. Мировая война началась утром 1 августа 1914 года. В день памяти преподобного Серафима Саровского. Государь Николай II приехал на Дивеевское подворье Петербурга. Вспоминают. Государь стоял у иконы преподобного Серафима. Запели «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы благоверному императору нашему Николаю Александровичу, на сопротивные даруя, и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство». Государь очень плакал перед образом великого старца. Дивеевская блаженная Паша Саровская говорила, что войну затеяли враги Отечества, чтобы свергнуть царя и разорвать Россию на части. Через несколько дней после начала войны государь с семьей прибыл в Москву. Ликовал народ, звонили колокола Первопрестольной. На все приветствия царь отвечал: «В час военной угрозы, так внезапно и вопреки моим намерениям надвинувшийся на миролюбивый народ мой, я по обычаю державных предков ищу укрепление душевных сил в молитве у святынь московских».